работал в Макдаге членом помаражного отдела и продавал потом обычным гражданским, как вам. Не понимаю, что он придумал. Я тоже не понял. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает... Валик, ел маклурку хоть раз? Заебись, на самом деле, хуйня. Она так просто делается, пизда. Там столько мало ингредиентов. Рассказать как? Ингредиентов? Ингредиентов. Нормально, нормально. Рассказать секрет Макфури? Давай, рассказывай мне тоже. Что за ингредиенты? Я, короче, сперва туда мороженку, потом хуем макну туда три раза. Это самое главное. Потом спелую вишню, нахуй. Потом три харчка, нахуй. Сверху. Аж слюни потекли, пиздец. Могу туда еще пернуть, нахуй. Макдональдсе, типа, он типа говорит, типа, когда я в Макдональдсе работал, у меня там одна была ситуация, когда это... Ладно, все, давай не проехали. Ну, когда, типа, там один был человек, я ему сделал макфури, я ему хуй махнул.